Почтовое отделение связи в микрорайоне Авдотина теперь располагается не на Дюковской улице, а на Авдотинской, 28. Переехала почта около недели назад. Новое помещение руководство было вынуждено искать потому, что прежнее, муниципальное, пришлось освободить для нужд детской городской больницы. Мнение о новом почтовом отделении горожане высказывают разное. Неделю назад узнали, что почта будет. Вот. Конечно, тут я буду теперь платить кредиты, за квартплату платить. Все рядышком. Удобство то, что далеко от дома. В настоящее время на почте еще не завершены работы по оформлению витрин. Не хватает некоторых информационных стендов. Но в ближайшее время все хлопоты, связанные с переездом, будут завершены. В этом отделении связи все было предусмотрено. И кондиционер будет тоже запущен буквально сегодня. Вот только пульты нам привезут, все его подсоединили. Так что будет хорошо, есть чем дышать. И потом здесь места больше. Если были в старом отделении связи, там ведь вообще даже протолкнуться негде было. А здесь уже все было для клиентов, все предусмотрено. И стулья, и... чтобы можно было подождать. В основном недовольство у ивановцев вызывает то, что от прежнего отделения до нового придется пройти пешком не менее 10-15 минут. Но в любом случае такое положение дел лучше, чем если бы целый микрорайон вовсе остался без почтовых услуг. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.